Обзор прессы на Первом деловом в популярных украинских изданиях читайте о следующем. Развитие бизнеса в Украине сегодня ознаменовано значительными кризисными явлениями. Период кризиса – это состояние компании, когда она не может работать достаточно эффективно, приносить ожидаемую прибыль собственникам и соответствовать ожиданиям наемного персонала. Кризисный период, для преодоления которого не было принято управленческих регулирующих мер, в конечном счете может привести к банкротству. Как этого избежать? На страницах издания «Финансист». Состоятельных клиентов больше не интересует повышенная доходность по депозитам в украинских банках. Ставки по гривневым вкладам для них сейчас достигают 25% годовых, однако деньги на счетах миллионеров продолжают таять. Некоторые клиенты поспешили выйти в кэш еще в начале года, законсервировав свои сбережения в депозитарных ячейках. Все больше людей, у которых есть 100-200 тысяч долларов, начинают выводить свои деньги за рубеж. Об этом деловая столица. Обострение конкуренции на большинстве рынков требует формирования мобильных систем маркетинга предприятия. Маркетинговая концепция становится основной доминантой развития предпринимательских структур различных сегментов национального хозяйства, поскольку создание продукта или предоставление услуги, которые отвечают запросам основной массы потребителей, основа расширенного воспроизводства ресурсно-производственного потенциала субъекта хозяйствования. Опыт последних лет показывает, что традиционные унифицированные приемы маркетинга уже не срабатывают с ожидаемым эффектом. О новых вызовах, которые стоят в современных условиях перед маркетинговой наукой, читайте в издании «Экономист».